Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь месяцем борьбы против рака груди в 1993 году. Розовый октябрь призван напомнить о важности своевременной профилактики этого наиболее распространенного вида рака среди женщин. Так, по Франции проедет специальный караван. По оценкам ВОЗ, рак молочной железы – главная причина смерти женщин от онкологических заболеваний. В прошлом году умерли 685 тысяч. Было зарегистрировано свыше 2 миллионов 300 тысяч случаев. Врачи не устают повторять о необходимости профилактического обследования. На ранней стадии рак груди успешно лечится. Но из-за пандемии коронавируса число обследований сократилось. Одна из причин – многие пациентки боятся заразиться в больнице. ВОЗ отмечает, что между странами с высоким и низким уровнями дохода наблюдаются значительные различия в показателях, связанных с раком молочной железы. В странах Африки к югу от Сахары половина случаев смерти приходится на женщин в возрасте до 50 лет.